предлагается внести в подпункте 36 пункта 1, который статья 7, это у нас вопросы местного значения муниципального района. И подпункт 36 относит к вопросам местного значения обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельских поселений и муниципального района и проведения открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка. И вот слова о проведении открытого аукциона на право заключить договор исключить из устава. Подпункт 3, пункт 1 статьи 14 также изменить. Привести в соответствие в точном соответствии с формулировкой статьи 36 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Ну, уважаемые депутаты, мы уже доводили до вас, у вас на руках проекты решения изменения устав. Наверное, нет смысла еще их доводить. Здесь меняется формулировка от решения о должности губернатора на удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 закона федерального об общих принципах организации местного самоуправления. И статья 17 «Исполнение полномочий главы района» также вносится изменений. В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо применения к нему мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или отстранения должности, а также временного отсутствия главы района, отпуск, военная командировка, его полномочия, кроме полномочий по отмене правовых актов главы района, исполняет первый заместитель главы района. В случае его отсутствия заместитель главы района по жизнеобеспечению. Предлагается слова «заместитель главы района по жизнеобеспечению района» заменить словами «иной заместитель главы района на основании распоряжения главы района или исполняющего полномочия главы района». И еще изменения, уважаемые депутаты, в подпункт 7, пункт 1 статьи 30 и подпункт 8, пункт 1 статьи 14 тоже изложить в соответствии с формулировкой федерального закона 131. Это касается прекращения досрочного полномочий как главы района, так и в статье 30 досрочного прекращения полномочий депутата. И на следующей формулировке это звучит. Прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства, участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства, либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора России, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий право иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.